Всем привет, дорогие друзья. А у нас в Херстоуне очередная потасовка. Раздражатор против взрыв-бота. Два великих робота столкнулись в эпической битве. Грохот, треск, искры из глаз, брызги машинного масла. Кто же победит, раздражатор или взрыв-бот? Я уже пару боев поиграл. Пак выбил. Ничего интересного в нем не было. Но хотел показать вам. Что-то долго ищется так. В общем, у раздражатора его активка, она дает, по-моему, таунт и божественный щит рандомному, а нет, не рандомному существу с меньшей, наименьшей атакой. Покажи мне. Ваше существо с наименьшей атакой получает божественные способности, божественные щиты, провокация. А вот эта дрянь, сила героя, наносит одну единицу урона двум случайным персонажем противника. То есть, в принципе, вот это вот может умереть, если рандом ему хорошо зайдет. Не знаю, не стоит, наверное. Единственное, я не понимаю... А, нет, все нормально. Все нормально. Это ему зашло. Вот серьезно. Блин, ну не... Сейчас он своей активочкой. Взрыв-бот младший. А это просто привет, привет, привет. Зараза, попал. Как мне эту хрень убить, я не знаю. Тень поглощает нас. Механика вызвали? Я просто отъеду сейчас. Я, конечно, сейчас хильнусь. Близкотрон 3000. Каждый игрок берет в руки случайно оружие. Ну, опасно такое ставить. Ну вот как, вот он все уничтожает на борту, а мне... Что делать? Я, конечно, могу сейчас накинуть ему божественный щит,
Не буду я так делать. На девятой мане хорошо вот это вот сыграть. Я не удивлен появлению Бума. Просто не удивлен. Неправильно я сделал. Глупость совершил. Надо было сначала ударить, а потом накинуть божественный щит. Особая доставка! Не, ну это не серьезно просто, вообще не серьезно. Буду тебя раздражать тогда. Устрашаю. С приятелем сыграем сейчас. Да сколько можно грузить-то? Ну я опять за раздражатора. Печать могущества неплохо. И Мишка тоже неплохо. И мини-бот тоже неплохо. Все неплохо. Могу сразу медведя поставить и три здоровья ему сделать. Тогда он точно не умрет от рандома от этого. А может быть повезет, и он вообще не попадет в него. Ну, почти. Почему его? Почему его? Блин, овца это очень плохо. Просто мега плохо. Ставить вообще кого-либо не имеет смысла, но единственное вот чуха можно поставить. Сейчас он скорее всего зарандомит. Блин, ну как вот так можно было попасть, а? Вот лакирок, а? И
Ага. Бомба там тоже. В принципе, ему, конечно, больше повезло. О! Я боюсь, что в бомбу прилетит какой-нибудь. Механика вызывали? О, глюк, смотрите какой. Впервые на арене играет хламобот. Неплохо так играет. Существо 5-9. Давай передохнем. О боже. Вот что мне с ним делать? Я его могу только заморозить, по сути. All-in. Я уверен, у него есть стримовый какой-то. Вообще не сомневался. Нисколько. Давай, два в лицо мне фигачь. Дайте мне оружие какое-нибудь, пожалуйста. Оружие. Спасибо. Оружие. Блин, да? Почти. Надо было тогда в лицо бить, а не в этого. Не в доктора Бума. Тогда мне как раз вот эти три урона тогда бы в него влетело. Да что ж такое-то опять? Блин. У него на все привет. У меня ремувелов нету вообще.
Просто нет ремуволов. Вот. Вот что мне делать? Два в лицо схватить? Он сейчас зарандомит прямо в него, наверное. Без бафа его. Конечно. Конечно. Как еще? Нет. Сейчас двух бомб положит, наверное. Как тогда? Пипец. Подойди и послушай. Привет, привет, привет. Да ты мог заранда... Да, ему виднее, какие карты ставить. Блин, что мне делать? А почему я могу сейчас вот это играть? Так нечестно. Моя сила героя бесполезна, когда у меня на столе никого нет, а у него она не бесполезна. Он каждый ход может 2 урона вносить. Что происходит? Рандомных, конечно, но с учетом того, что... У-у-у. Откуда она у меня, я не знаю. Есть шанс на камбэк с этим чуваком. Тут бомбочки тебе не помогут. Ухо-хо-хо-хо. Повезло, что не попал. Ни разу, кстати. Так, а такой момент. Если я бью, а потом хиляю, что произойдет? Так, мне надо от карты избавиться сначала. Да, с нее не сходит эта штука. Сделаем вот так вот. А потом поставим механоусилителя. Кто-то сказал бомба! Попал. Хочешь что-нибудь узнать? О, неистовство ветра. -72.
Не, конечно, когда вот так вот заходит, то и у человека не, нечем ответить, то да. О, наконец-то я взрывботом. Так, ну пушку мы оставим. Давай, бомбы, темные бомбы, сплошные бомбы. А первый всегда, всегда раздражатор начинает. Починю что угодно. Ну, не подведи рандом. Подвел. Ну, не подведи рандом. Подвел. Привет, привет, привет. Подойди и послушай. Сейчас я доиграюсь, я чувствую. Ну, не подведи рандом. Подвел. Что мне делать? Была бы световая, не убил бы, кстати. Рандом просто не на моей стороне в этом бою, во всяком случае. Кому подарочка? Да, нормально. Хреновый подарочек. Привет, привет, привет. Ну что ж, друзья, вот такие вот приключения. Раздражатора и бота, бомбобота. Вам спасибо, что смотрели. До новых встреч, всем пока.